Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в любовь. К чему это я? А к тому, что сегодня я расскажу о поединке, о своем поединке, который прошел в далеком 2008 году. 29 марта, в такой же именно день, я насколько помню, тоже был солнечный день, в Пскове на турнире Шут я провел свой 9-й официальный бой уже по ММА. Но на самом деле это не 9-й бой, это даже 13-й бой, потому что первые три боя, да, которые еще в 2000 году проводил на турнире в цирке Астова, который M1 Global проводил, да, эти три боя ни в шардок не вошли, а вот уже вот остальные поединки, которые был на турнире в 2003 году на «Россия против всего мира», он уже вошел в рейтинг. Но хочу сейчас немножко в сторону отойти от этих старых-старых событий, а рассказать не нынешнем, да. Буквально вчера, да, один из руководителей MC Fight Nights, функционер, один из самых опытных функционеров российского ММА, Камил Гаджиев, заявил, что ныне партер в лиге MC Fight Night будет ограничен 1 минутой, то есть 60 секундами. Судьи отсчитывают ровно 1 минуту. И по истечении 1 минуты по команде хронометриста поднимают спортсменов в стойку. Неважно, что в этот момент происходит. Что это значит? Он говорит, что при любых действиях добивания, либо болевой, да, человека будут поднимать, да. Для меня это абсолютно нонсенс, абсолютно непонятная вещь. Почему? Потому что вид спорта ММА уже сформирован давно, больше 25 лет ему, да, и правила уже давно есть, устаканились они, все знают, что в правилах есть, партер не ограничен. Поэтому, друзья, минута и партер завершен. Надеюсь, что новые правила освежат российский ММА. На мой взгляд, да, он хочет там какой-то зрелищность, но мне, ну, это совершенно неправильное решение. Почему? Потому что он говорит, что это изменит мир ММА, и, скорее всего, это изменит только мир MC Fight Night, не более другого, потому что вряд ли другие лиги будут брать то же самое. Почему? Потому что просто представьте, да, вот выходит человек на треугольник, начинает дотягивать его, минуту не дотягивает, ну, не успевает дотянуть треугольник, либо болевой на руку, да, человека поднимает в стойку. Что он будет недоволен? Будет недоволен. Либо другой пример, да, человек стал чемпионом MC Fight Nights в любом весе, поехал в американскую лигу, в американской лиге, когда минута проходит, начинает к рефери апеллировать, говорит, поднимай меня в стойку, меня в MC Fight Night поднимали в стойку. Ну бред же, согласитесь, полнейший бред, есть велосипед, который давно едет, зачем что-то придумывать. Я, интересно ваше мнение по этой ситуации, да? Бой, который пошел в 2008 году, там, мне кажется, я мог бы и входить в эти рамки минуты, а может быть не ходить в рамки минуты. Почему? Потому что партер считается три точки. То есть, да, любые три точки. Там, я, допустим, рукой и коленкой и ногой коснулся, это будет партер. Да? Поэтому очень интересно ваше мнение по этому поводу. Я категорически против, потому что я так называемый жополаз, я люблю в партере повозиться, поработать. В ММА, да, и там еще что-то, потому что есть другие виды, есть бокс, кикбоксинг, популярный сейчас в нынешнее время кулачный бой, да и нету этой ситуации, не надо поднимать никого в стойку, вот идите в эти виды спорта, зачем придумать велосипед, мне абсолютно непонятно, я категорически против, и я считаю, что это зрелищности точно не прибавит, но непонятной ситуации по отношению к людям, которые, ну, либо люди должны только в MC Fight Night выступать и больше в других лигах не выступать, либо как это будет происходить, я не понимаю, потому что, ну, это нужен будет отдельный судья, хронометрист, да, потому что есть человек на часах сидит, еще будет отдельный человек сидит, который минуту будет засекать. MC, у вас три судьи судят, три. Видите, пять судей, как в ACA, да, что намного больше вероятность того, что неправильного решения судейского могут принять. Три судьи у вас сидит, три. Вы еще будете хронометриста одного и хронометриста другого сажать. А если вдруг они, ну, то есть понятно, что если на одного посадить, он может ошибаться. Но для меня это вообще как бы непонятно, Камила, решение. И причем это решение вызвано тем, что была просто ошибка рефери. Абсолютно ошибка рефери, которому надо было вынести какой-то выговор, не знаю, там, лишить какой-то зарплаты, потому что абсолютно непонятно, там, в титульном бою в МС поднимал людей, да, почему? Потому что есть регламент правил, который есть в Федерации смешанных единоборств России. Там этого не написано, что надо поднимать через минуту. МС Fight Night добились себе другие правила,
Я не понимаю, это же есть регламентирующий орган, да, и как люди будут на одних турнирах судить по одному, на других турнирах судить по правилам там одного минуту в партере. Бред. А пока что смотрите мой бой в далеком 2008 году. Но он настолько далекий, что у меня даже еще первого сына Тимофея не было, да, он только в ноябре этого же года, 2008, родился, да, а в марте его еще, он еще не появился на свет. Надеюсь, что я в этом бою вам понравлюсь, пишите в комментариях. Как вам такая рубрика и стоит ли выкладывать другие свои бои, которые были в далеком прошлом. Всем спасибо, не забывайте подписываться на канал, потому что не самое легкое время сейчас. Монетизации нет, но хотя бы будут подписчики расти. Всем пока! Россия. Супербой. Левый, красный угол. Алексеевич Евгений, Белоруссия. Синий, Прокопьев Алексей, Россия. Мы объявляем первый раунд. Yeah.
По итогам первого раунда победа присуждается Прокопию Алексею, Россия, Луганск.